Акция «Молодежь против наркотиков» направлена на выявление, пресечение, раскрытие и профилактику правонарушений в сфере незаконного потребления и распространения наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ среди несовершеннолетних. Во время проведения акции волонтеры призывали молодежь встать в ряды активистов, пропагандирующих здоровый образ жизни. Школьники и студенты, в свою очередь, пришли с плакатами и транспарантами на антинаркотическую тему. От муниципального образования Черкесска к ребятам обратился депутат городской думы Ашимес Пьешхов, который призвал молодежь вести здоровый образ жизни и сделать это своей жизненной позицией. Вы можете перед собой ставить любые цели, которые вы обязательно достигнете. И вот этот яд, наркотик, он мешает всему, мешает развитию, мешает личности. И я уверен, что ни один из вас, вот принимая участие вот в данных акциях, ни один из вас никогда не то что задумается, не то что попробует, даже не задумается над тем, чтобы принять эту мерзость. Для участников акции были подготовлены интересные номера. Лучшие каратисты города показали молодежи разновидности самозащиты. В программу концерта вошло и показательное выступление сотрудников наркоконтроля, которые инсценировали нападение, атаку, а также показали, как нужно обороняться. Управление Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков при глубоком содействии городской мэрии проводит данные акции для молодежи. Целью является пропаганда здорового образа жизни, привлечение к спорту, привлечение к занятиям физкультурой, к творчеству нашей молодежи. Наша молодежь является будущей нашей республики и в целом всей страны. Лучше потратить свободное время и средства на творчество и заниматься любимым делом, призывали со сцены выступающие. В таких подобных мероприятиях надо участвовать, выкладываться на все 100%, чтобы людям помогать, объяснять, что, там наркотики, это все плохо, то, что нельзя ни пить, ни курить, чтобы вести здоровый образ жизни. Вместе с тем несколько часов работал обменный пункт, в котором можно было обменять сигареты на конфеты и соки. Кроме того, на площади была развернута выставка лучших плакатов «Наркотикам нет, жизни да». Некоторые участники акции делали плакаты на антинаркотическую тему прямо в ходе акции, на которых фиксировали свои мысли, выражали свое отношение к наркотикам. Прошедшая перед мэрией Черкесска традиционная акция «Молодежь против наркотиков» – это протест против наркомании во всех ее проявлениях. Организаторы мероприятия надеются на формирование у молодежи здоровой, творческой, активной социальной позиции через пропаганду здорового образа жизни. Оксана Качкарова, Андрей Дорошенко. Итоги недели.